11 марта в Северском доме культуры прошло совещание директоров домов культуры Краснодарского края в рамках реализации партийного проекта «Культура Малой Родины». В нем приняли участие заместитель министра культуры Кубани Алексей Погребенко, ректор Краснодарского государственного института культуры и руководитель регионального проекта Сергей Зенгин, секретарь профильного комитета законодательного собрания края Юлия Алишкевич и начальник отдела госпрограмм Министерства культуры края Нина Ощепкова. Также совещание посетили начальники управлений и учреждений культуры Кубани. Хорошее настроение задал ансамбль народной песни «Молодычка» Краснодарского государственного института культуры. На встрече рассмотрели результаты реализации проекта «Культура Малой Родины» и задачи на 2021 год. На планировке депутатов законодательного собрания края непосредственно смотрели ход реализации проекта, национального проекта развития культуры. Но данный проект, так же как и проект «Культура Малой Родины», направлен на развитие культуры Кубани, которая открывает новые возможности для учреждений культуры и работников отрасли культуры. Они направлены проекты для того, чтобы сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах. Начальник управления культуры Северского района Галина Куролесина рассказала об опыте участия муниципалитета в проекте. Наш район с первых дней реализации проекта «Культура Малой Родины» активно включился. Так, в 2017 году Львовским домом культуры были получены освоены средства в сумме немногим более 1,5 миллиона рублей. В рамках соглашения с Министерством культуры Краснодарского края были приобретены, установлены кресла, зрительный зал, световое оборудование и звукоусилительное оборудование. Это способствовало повышению качества оказания услуг населению и увеличению количества культурно-досуговых мероприятий. После совещания участники мероприятия посетили Азовский дом культуры.